Это чё, гоу? Куда-куда? Да можем вдвоём хуярить. Гоу, вот, вот куда угодно. Давай, вот рядышек. Давай, толпи. Не просто двух чаров нету. Ну он миди потасовка. Ты чё третью сторону забираю? Ну у тебя. Я хуярю. Здоровый. Под глитом. Побежон. Сент Кинг. Нормально, нормально. Джаби Бон, он же Баби Джон. Джаби Бон. Джаби Бон. Убивайте, не убивайте. Сосать. Не, это прикольно. Только надо на Sky, блядь, научиться играть. Ну это не самое сложное. Типа это вообще постоянно вот этот спам контролем, это типа, нормальная тема вообще. Ну вот на этого героя только пока что. Больше ни на кого. Покупайте тоже метеоров на базу, если у вас бабушка твоя, чтобы быстрее. У меня нет. Сколько вот сейчас самому мэр дадут, просто интересно. Ноль. Ты не заслужил. 411 прямо сейчас. Я 718. Да всего. Это мой потолок. Уровень. Нахуй. Ну чё, вроде легко постояли. Да такие тут casual. У нас вообще какой-то рофлик на алхимике был. Так, давай на 3 терслав. 10 ПТС мне дало. Наверное, из-за того, что у нас в команде герой 4. Бля, а чё у меня уверенность всего 5%, блин? Сейчас подойду. Типа, надо мне гораздо больше сыграть, да? Мне тоже 10 ПТС дали. Ну, это походу из-за Nothing to Say у нас на меду. Да. Слишком легко с ним. Бля, nothing to say. На аватарке какой-то, блядь, не знаю, кто это. Жёсткий чувак. 10 ПТС, блядь. Кайфанул с 10 ПТС. Ну, походу, старая эта система возвращается. Минус 40 плюс 10. Угу. Минус 38 плюс 8. Ура. Не, тут нормально будет, если играть, ну, типа, равные ранги, то нормально. Да-да, будет, это давай. Просто из-за Nothing to Say. Блин, ну давайте Nothing to Say скажем, типа, сори, Боря, там, нам по 10 ПТС дают. Не могу просто выгнать его, ничего не говорить ему. Можно и так. Ну, можно так, да. Ну, мы ему ничем не обязаны, там, сори, Боря. Ну да, мы ему, блин, там, вообще-то игру выиграли. Ну, ему точно побольше. А чё вы, блядь, общаетесь? Кикните нахуй его, и всё. Да всё. Ну вот, кикнул. Хули тут. Это все. Так, надо что-то... А что это за нейтралка какая-то? Перенаправляет во владельца? А, еба... Блядь, баратрум просто! Какой же он сейчас разъёбный, наверное. А у тебя сколько процентов шин? 5. А, ты же вообще 100 лет не играл. Бля, баратрум просто. Кстати, это вот шмотка же, это вот это. Т4 уник. Ой, Т4 нейтралка. Это же из Лола, вот это перенаправление на себя урона. Да, только там всем... Ну, весь урон по области. Ну... Я так понимаю, минус 40 мне дает тоже, потому что мы против, ну, типа, более-менее нубов играем. Ну, да. А, ну да, вот мы легендам проебали вот в прошлый раз, минус 40 дало. Ну да, справедливо.
повис вот этот, надо этот, мне кажется, повис, это неплохой предмет, этот щит, но его надо... Нахую повис, ёпта. Который щит дает, но его надо использовать умом некоторых. Который щит? Просто да. Как выглядит как щит. Ну да, это хороший. Но его надо просто умом. Повайс. Может его на Тайдхантера покупать? На Тайда Метеор сейчас берут. Бля, вот. Я вот думаю, чем бороться в одночении с экспой. Вот у тебя экспы всегда не хватает значения. Значение экспы, ну вот руны лутать. Ну с рунами вообще теперь хуёво, надо ж бегать куда-то. Можете, ребят, шерпати покидать уже? Ну, Харьков только. Не надо. А этот, ты видел вон Т3 топор? Вот это. Какой топор? 30... Не, героев не берите. Не, героев не буду брать. 30 к урону, если ты обезмолвлен. Да, видел. Это же жестко. Ты мом берешь и такой. Ну да. И долбишь. На воде, ну, или на гноме. Ну да. Если на этих. Ну, если выпадет на этих героев, так... то да. Ну а что выпадет? Там большой шанс же тебя залутать. Ну, бля, мне кажется, все равно там квивер лучше. Сливер лучше, паладин лучше. Не, ну на снайпера точно надо всегда топор брать. Не, ну квивер точно лучше. Он сейчас еще и так рендж дает. Ну, ситуативно, короче, этот топор. Но он очень... Не, ну если ты мом билдишь, то пиздатая шмотка. Ну он просто, понимаешь, чем он хуёвый? Он ничего не дает вообще пассивно. У него 0 статов, он не дает статов. Ну типа, 25 атак спида он дает. Ну ладно, это норм. Не так это плохо. Норм. Да чё ты мом по КД жмёшь? Постоянно с ним фармишь. Да, прикиньте, в пятом тире просто, там, например, 5 мирроршилдов. Кстати, пятый тир ни одной нейтралки не добавили. Или 5 экс-машин, прикиньте. Или 5 Fallen Sky в чейне. Оп-оп-оп-оп-оп. А, кстати, на Урсу гарпун покупать. На Урсу гарпун? Нормально, давай сейчас ебанём. Просто на Урсу, блядь, сабля. Ну, Урса шмотка, сабля, это ж базис. Жёсткий. Ну да, фишечный. Ну да, я для, ну это мой был, да, да, ёбнутый. И вот это саблю. Гарпун для чисто присмоктаться. Не, ну это нормально, этот самый. И купить башер. Ну короче. Охуенно на этого, на Сларка, конечно. Алло, решите. На Огрмага кэрри. Огрмаг кэрри, да, нас... через фит фирменный. Ладно, давайте я тоже куда-то. Ранкет ММР 3500+. Нам 4000 нужен минимум, чё? Да. Блять, а... У меня, блять, 4000 нет, ты чё? Сколько у тебя? Да, у меня... Два. Две сто было, по-моему. Что ты пиздишь? 200, говорит, чел. Ну, а сколько? Сколько? Ну, 1004 у тебя. 4 было. У тебя почти 5 было в одно время. Да. Да, ты почти дивайн апнул. Да? Не помню. Ого, ебать, кто мне написал. Кто? Андрей? Так ладно, паузу. Алло? В воде поставлю. Я, да. Сколько у тебя нравится 4 игры? Я не помню, ты же смотрел уже. Но у меня больше 50 за там игр 40. У него тоже. За 4. Ну, за 4 бывает и меньше. Team Spirit ебу на дистанции, вов, да? Вов, Вов, ты читал гомункула? Какого гомункула? Манго. Так и называется гомункул? Гомункул, да. Наверное, нет. Или я не понимаю, о чем речь. Ну, манга называется гомункул или гомункулус. Хорошая манга. 2003-го? Да. У главного героя нет ничего, ни денег, ни дома, ни работы, ни семейства, что у него есть маленькая машина, в которой он живет между парком, полный нищих бездомных, бла-бла-бла. Странный человек. Трепанация черепа? Да. Но я посмотрю. Слава, скрины ты хоть не скинул. Я могу скрины, да, скинуть. Давай. Сейчас. Это зачем? Это ж спойлеры по факту будут, правильно? Ну, да нет. Слава, мистер спойлер.
Неправда. Да, конечно, одна твоя аватарка, блядь, чего стоит. Фанат Геройской Академии, блядь. Сосать. Кто сосать? Охуенно. Яшин. Ну, блядь, твоя аватарка просто пиздец. Как мне это воспринимать? Гомункулус, я могу ночью его поставить, хочешь? Том первый. Ставь. Я поставлю, где он такой, я не сломлен. Ставь хоть что-нибудь. Ну, рисовка пиздатая в манге уже, могу сказать. Рисовка хорошая. Почему палец сосёт постоянно? Ну, типа гомунку, ребёнок. Регу. Позе гомунку. Кому лет 30, да, блядь, этому чуваку. Ну да. Хуля палец сосёт, сука. Я тоже палец сосу. Прямо сейчас? Да. Большой? Мизинец. Нихуя у тебя получается болтать-то, блядь, с пальцем во рту. Так мизинец, что там? Ну вот, я мизинец в рот положил. Прикольно у меня получается так говорить. На опыте надо. На опыте? Понятно. За так, щеканочку так, ты, короче, готовишь плотно. Так украинский язык придумали. Факт. На опыте надо. Польский тоже примерно так. Польский я придумал. Угу. Долбоёб. Согласен, ну похоже, я в принципе не удивился бы, если бы реально ты польский придумал. А что его там, блядь, придумали? Ну конечно. Буквы местами поменял, вот типа польский. Курва, курва, бобра, курва, бобр, курва, курва, бобр. Я скинул. Это вот из первых глав, где ему трепанацию сделали череп? Не, это там потом. А в чем смысл там манги? Ну, ему трепанацию черепа делают? Он начал видеть гомункулов, сущность человека. Гомункулов он начал видеть. Да, сущность человека. А чё, у тебя титан, у тебя титан вообще показывает, если чё, ранг? Титан у меня показывает? Ну игрок я охуенный. А подожди, он 4 пошёл. Ты ебанутый. Кто? Чел, ебу на дистанции. Слава, иди мид. Ладно, я на мид. Да не-не-не-не-не, пусти. Илья на мид, да? Пусти. Сейчас гуру пойдёт нас тоже. Бля, вот как? У нас два фишечных игрока, блядь. Илья и Илья, вот как? Вот и оба, вот, в принципе, гуру. А я одного Ванёк зову. Я думаю, он уже привык. Да, Ванёк? Красиво. Сигма. Сигма, Сигма. Так, а кого взять-то, блядь? Пикайте, пидоры. Ну, я Тайтхант. Давай, Люптинкера бери. Тинкера я не буду брать. А, пуг на Праймал, Илюх, как мы играли. Ага. А кого брать? Пуг на Праймал. Я не хочу Метеор собирать, а? Или хочу. Бля, Метеор такой сильный. Пуг на Праймал. Может, Джаггера взять, кстати? А, в бане он. Джаггер в бане, пиздец. Все герои Усу в бане. Возьми через... Джаггера стан дали? Фишечный. Ладно. Блять, Урса такой получился. Не, а чё, Урса ебёт же ТБ, в смысле? Да? Я вообще тролля хотел взять, вот тролль точно так себе получился бы. Да, тролль очень плохой был бы. Через молнию, на похуй. Через молнию? Угу. Молнии бы помогли, сука. Да тут не то, что тут еще Джакира, тут Рики, тут, ну, пиздец, тролля катка. Да, ну ебу на дистанцию. Диск Тайтханта, да, у нас линия. Ну, лайн ёбнутый, Слава, не ку... А, вы, что, блядь? У него 400 игр в доту, блядь? Уёбали. Ну, Спайк, ого, ТБ там красивый, мне нравится. Ебать, там у Праймала скин. Зеленоватый такой. Зеленоватая такси. Так. А как вам мой, скин? Destiny awaits us all. Prepare for battle. What dangers lie here? Мой ответ. Сейчас подожди, я тут забинжу. А смысла нет мне вангарда уже собирать никакого, потому что в БФ-то я не разберу это кольцо ебаное. The way is clear. Я вас кого стою, Пугна? Не, наверное, мы против Пугна стоим, у вас, скорее всего, этот... Я в миде против Джеки... кого стою. А, или, это Пугна мид. Это мидовая Пугна. Или Праймал, я не знаю. Ладно. Так, блядь. Завязывайте. Что? Не, Славу не остановить в этой хуйне, блядь. Какой? Ну, фраг. Эти. Саундпад дискордовский.
А, я... там, ребята, есть лайфхак, можно вырубить, чтобы у тебя звук не было. Не-не, я ее оставлю, мне нравится. Ну, кому не нравится, есть лайфхак. Там Алексей что-то пиздел. Алексей сосёт, как всегда, под ложечкой. Пиздел, блядь. Когда Алексей не пиздел, расскажите мне лучше. Я до сих пор ник не выбрал. Это Primal Meat. Нет, судя по закупу, далеко это не Primal Meat. Мне кажется, Primal Meat. Смотри, сейчас фишечная будет, ебать. А, через фисты баунти уходит. Сейчас, смотрите, блядь, учимся, блядь. Я шинзадрот в таких маленьких моментах, я понял. Да не, я просто на Эмбере играть умею. Да, кстати, Илья на Эмбере ебёт, не знаю, что он на нем не играет постоянно. Не-не-не, так что, я не ебал мид ходить. Я не люблю мид. Но если бы в оффлайн хотя бы можно было брать. Можно. Ну можно, только ты руинишь. Не-не-не, мне тяжело очень. Не-не-не. Это Рики мид вообще, блять, ребят. Баланс. Кто не угадал? Кто мид? Рики. Ну, тоже, да, вариант. Ага, есть. На дистанции, тихо. На дистанции, да, все, молчи. Кстати, а мы не играли против него? Такое чувство, как будто играли. Против дистанции? Кого, против дистанционного? Да, не был на дистанции. Это же, блядь, популярный. Чувство, пиздец. Мне кажется, никнейм, ну, не, ну, популярный плюс-минус. Щит показывается прикольно. Nope. Теперь вижу, как у меня щит работает. Приятно. Парень. Пул ёбнуто. Бать мне хуёво. Крытый пул. Тебе ману бы как-то трифилить, чтобы... Я уже не в том. Пассивочку возьму. Нет, парни ёбнутся, пулят. У меня сейчас второй будет, и у тебя тоже можем этот. А у них быстрее второй, окей. Ну, у него только. У меня их первый. У него тоже второй. Хуёво. Да, так себе вышло. У меня есть тролль-хиллер. Круто. Кто из них хиллер только? Вот этот. Ну, браток, встань же перед ним. У него маны на праймале, по-моему, не хватит на 2 спелла. 50 маны у него. Фалькон собирает на праймале. Нэнчу, то ты купишь рюх барабаны? Нэнчу ёбнуться барабаны будут. А мужик, зачем ты подходишь? It's a killing spree! Чё, блядь? Дистанция, Слав. The road is in approach. My fire burns anew. Не, уже идут. Wanted on and on again. Я с крипом. Блять, раньше не просчитал.
Fear not the forest. You have no chance. Harmony must be earned. A journey without end. Ну, думал, успешно, как я бил кастануть. Кого? Фагну. Ну, он умер. Ну, я говорю, думал, успеешь, пока у него там... Я не прокликил типа. Чё-то ему не пуш не нажал, он же там замедляется. Я нажал, но я нажал, к сожалению, до этого. На пугне заруинил нормально так. Я тысячу не успел отменить. Я не кинул. На мид. Бля. Your middle tower is under attack. ТБ на full free. Еще. Да, заметно. Подкачивается весь пом. На виспе гений вообще игры. Я сейчас в топ прилечу. Я тоже гений, блять, игры. Но мы кайтим, наверное. Блять. Убьете? Только не дабл килл. Пиздец. А, и тут и ты. Ебать, у вас, конечно, говно все. Ну, тайт виз. Стоять с виспом, блядь. Тайт виз говно. Спасибо, все, блядь. Ёрвэ. Я не оттопаю. Я бы тапнулся. С кайфом. Не, на этого не догоню. Не, ну трейдится они, конечно, ебануто. Угу. Да, трейды сумасшедшие. Freedom for Toe. Как добивать крипов, блядь, Вест? На тайде, блядь. Третьим спеллом. Третьим спеллом, понятно. Чел, блядь, фул крипа убивает, если чё. What must be discovered? Ну да, герой такой, он тут. Fear not the forest. Я топой спот. Сиби в лес уже заебал. А где весь? Да ебать! Просто на сладкое приходит сюда. Бля. Я вижу. Да, там. Да. Ну ладно. Да его. Хоть
тебя что-то получилось. Чел за вышкой на ТБ фармит. У нас ланги. У него есть метеор? Бля. Маны не было, я ПТ на инту свафнул, он уже третий нажал. Блядь. Зато на виспе я был ДБ. Ну вот опять душат просто в десятером. Суки ебаные. Я сейчас степнусь в ТБ поубить по дровагу. Или нет? Я иду в... Я пойду прилечу в бот, потом сейчас убью. У меня дровага метеор. Тогда я в бот дальше пытаться качаться. ТБ в мид улетел. А, он видит, да? В мид ТБ слав будет? Две секунды. Го тавер. Да, я тоже за тавер. Тут же Кира Рики. У меня Рики. Всем похуй. Ну, что каш. У меня же Кира. Вот, вот я нажал каш. Вот же Петря. Я нажал каш, что сделать дальше? Чел на виспе, чел на отсталый. Tis not your time. Барабанами ни в этой игре не будет пахнуть. Можно прописать сколько минут? 15-й? Что прописать? Джинджи. Не лоб. Не, в фуфате можно. Да? Угу. 25-й, по-моему. Тебе это. Я вижу. Я сейчас в бот тэпнусь, мне чего мне ловить тут где-то. В опс центре есть еще. Окей. Ну, опс не уверен, в центре точно. В центре я снял вроде. Ну, тут у тебя тут два стояло. Окей. Багна. Тут Рики. Можем его. Ну, конечно. Спас его позорного, взял ебаного. Не, ну весь плеер там ёбнутый, да. Сразу видно задор на виспе. Я нахочу. Может, у него а, он просто стоит тут, окей, окей, я понял. Понятно, но тут вся команда. Я сейчас вышку сломаю, тэпнешься. Да, он просто будет тут стоять, на похуй, да? Хотя можешь тэпаться, слышишь? А, вот так даже. Бля, он мне успел еще, блядь, смог скрин кинуть, у которого охуенно забаганная, блядь, АОЕ. Ну, блядь, конечно, это рискованно так долго оставаться в боте, но, блядь. Что сделать? Илья умер. Что это там? Опс. Your top tower is under attack. На виспе сдохнет. Та-ба-ра-ба-рам, пим-пам-пей, па-ба-ра-ба-рам. Your top tower has fallen. Death has cold fingers. The stalwart flame flickers. Блин, нахуя я этот метеор собрал ебаный? Чтобы пачку дать. Ну, у тебя он пиздец, вот нет. Восьмая минута.
Рейкет. Я, блин, краш. Рейки везде будет хейт сейчас ебашить, да, террорить, а сентрей? Сентрями надо поехать. Да, у нас все отца, у нас два сапа параши темповые. Я не знаю, как мы вообще играть будем. Нас все выиграли, не проиграли, так? Ну, наша линия выиграла, но толку от этого не было. Тут реки. Ну ебать, не успел. Праймал, да, он везет тебя, блядь. Ёбаный бро, с кем мы играем вообще? СНП. Да, вот, подсветлёй. Оно даже не сплитает, да? Я сейчас прилечу. Их можно, мне кажется, да. Нет, ты под ревоч можешь нажать на теор. Я только что нажал. Ты позже нажал на теор. Ну, типа, если прям сайм. Я не могу просто ударом попасть в подтушку. Там соло для Элишина, нет? Нет. Или я умер тоже. Я не могу тычкой попасть под тучкой, просто ебаная. У него она макшенная, что ли, или что? Ну да, у него 15 левел. 15, сука, левел, когда у меня 9, блять. Откуда у него 15 на 16, блять? Сколько у него фрагов? 10? А, 15? Да? Не, ну с 15 фрагами, конечно. Ну, просто он ушел. Да мы его не догоним никогда в жизни. Вдвоем мы его точно не догоним. Чё? Трой? Как вот узнать героя? Ну какой иул еще? Да идите вы нахуй, вы че, блядь? Че, гопар. Че за ним играть? Сейчас правим его. Боже, я и бегу. Во, подходи, фарм. На какой фарм, ну блять? Да не, никаких... Ну а что делать? Нужно что-то делать. На какой фарм? Ну просто, блять, 500 хп рики, блять. Мы их можем файтить, нахуй, который 15-0, я не знаю, блять. Ну просто стрик этот собрать и все, у меня камбэк. Ну что мне делать в игре? У меня просто ни одного героя нормального нет. У меня просто пиздец вместо героев. Можем файтить, у нас есть чары для этого. Да чем мы их файтить, бля, будем? Я не знаю, у нас тут бред какой-то. У тебя дэмэдж есть. Мне просто какой надо... дэмэдж? Я в тучку не могу ударом ни одним попасть. Какой там дэмэдж, блядь? Чтобы дэмэдж носить, нужно попадать, блядь. А я не живу и не могу в тучку, блядь, ни одним ударом попасть. Какой там дэмэдж? Всё, я сдох. Ну, блядь, что? Как мне фармить? Сейчас ещё и ТБ пойдёт. Как мне фармить? Ну, вы стоите в пизде какой-то, ничего не делаете. Что мне делать? Как мне фармить, блядь? Просто сейф-спотики качать? Да, у нас даже, ну, не сейф героя, не стан героя. У нас 0 станов, 0 сейвов, блядь, не знаю. 5 темповых героев, которые 32 фрага, блядь, у врагов на 18 минут. Это невозможно играть. Это смешно просто, сапа и нча висп, которые проебали в сухую early game, вообще. Он упал. Надо стов нет. Я нет ТП. Я не могу его убить. Я знаю. Меня чтоб ты выжил, блядь. Ну что выжить, что толку от этого? Да я бы в другом, в любом случае, блядь, не нашел его еще. 2 минуты. Я не могу фармить нигде, он просто на рике меня выходит и соло убивает. Вы же ничего на мапе все равно не делаете, хотя бы, ну, попытались бы его качать, не знаю. Что делать-то на мапе? Все равно же никого убить не можем, абсолютно. У нас тем более сейчас даже реведжа нет. У меня до БКБ хуй вот туча лет, меня просто ходит соло рики, ну, ищет, убивает. Может мы просто, ну, попробуем его хотя бы прикопнуть? Надо стакнуться просто, подход.
Они сейчас в КГ заходят. Да, у него мета кончится, он не заедет. Да, у него еще пол меты. Да не, мы теряем КГ. Меня сейчас Рики выйдет, убьет, найдет. Вот здесь ты просто. Да, он тут. Рики в миде. Рики в миде? Ну, был, да. Without end. I need no time. All paths fine. Я могу. Ладно, не могу я нихуя там, Рики. Я не могу. Ходят, блять. На сейф играют. Они не могут дальше. У них меты нет. Да пох. Кажется, они даже без меты могут зайти. В трон, блядь. Ну, в трон понятно. Что это за хуйня? Они нашего... Хорошо, но они пишут. А, нет. Они у них уже Егис хорошо. Они да, нашего да. Убили. Кубик они убили наш, да. Лёх крип один. Станция, он выебется. Хуярик, Ванёк. Но без Вовы не хочется драться. Я и не дерусь. Не знаю, но если я БКБ успею купить, то что-нибудь может и получится, а так... Надо с пугной сразу работать. Мета... Очень легко убить. Сейчас они мету нажмёт, снесёт КГ нам полностью. У меня варики. У него дезог, меня просто уже за три тычки умираю. Минус 60 на стиме, сейчас интересно, сколько 90? Если с БКБшкой не получится комбатнуть нихуя. Да у нас базы нету. У нас мега крипы, да? Да. Скажи, с ПКБ. Да нет, не успели мы. Чичи. На меду пошел я пошпилеть. Ай, долетел. У меня нету уже нихуя. Фиксирую. Ну, если бы это до, ну типа, мега крипов произошло, то может быть. Слишком поздно нормальный файт случился. Не, ну драфты без стана это не драфты, это ну вообще не игра. Он на Рике, бля, выжил внизу только потому, что у нас ноль контроля. Просто гангает, бля, чел, выживает на одном хп. Нужно уходить. Да похуй.
А в смысле, ну что здесь стоять? Ну вышку ломаем. Что? Вон они убили этого. Кубика Рубика. Взяли спам. Ну, бля, на мапе вообще ноль телодвижений, Рики просто бегал, ну... Тяжело так играть, когда у тебя такие герои. Да я понимаю, ну надо было он просто... Он взял виспа, я в миду ни на ком, кроме Эмбера, играть не могу. В моменте надо было просто пятером пытаться пикокнуть этого хотя бы Рики. Просто убивает за две тысячи. В моменте залетел твой окни в жопу. Да, да, понятное дело. Куда щит у него был? Шмотка? Да, у него нет шмоток. Или у кого-то. Unlock. Не, у него шмотка. Не у него, а у... Бля, у Пугана, наверное. Подожди. А, не, подожди, ни у кого нет шмотки. Не знаю, может у него талант какой-то? Нет, и таланта нет. Не знаю туда, если честно, откуда у него были. Хороший вопрос, откуда у него барьер был. Так, сколько ММР сняло ваши ставки? 40, 50? 40. 50. Дистанция выебал. 50 ММР минус. Бля, ну в пати с 5-м рандомом это пиздос, конечно, невозможно. Да, это вообще, это пиздец играть. Там 5 челов потеют. Даже, ну, учитывая, что они хуёво играют, неважно, они потеют. Ебать. Я наоборот, сука, хотел взять, поиграть. Не, мне минус 40. Сколько? 40? Угу. Мне 50 сняли. Уверенность я... уже 7. А, не, мне 40 сняли. Мне 40 сняли. Не 50, да, 40. Бля, как пятого найти? Почему вообще мы ищем мидера, а чел, ну... Просто на похуй взял виспа в 4. Просто висп 4, он на нем даже играть не умеет. Он сетом по шпиле чисто взял. Или чё? Или нахуя? Не знаю, нахуя он его взял, блять. У него он не выглядит как игрок на виспе, он выглядит как хуесос какой-то. Блять, да как найти пятого трачук? Я с Украины, мне слотик. Шукаю пати. 1.5K с дискордом. Илдариан. Илдариан. Прости. Ой-ой-ой. Unlucky. Что, мы ищем? Ну я спамлю, но я хуй знает. Я тоже спамлю, что-то, блядь, вообще не идет. Как-то... Андерлорд, жалко, он говёный какой-то. Опа, кто это? Апостол Пётр. Аус оф ебля. Ну, разброс. Почему у всех челов, блядь, я даже не знаю, сколько... Заебал меню сидеть. Да я понимаю, я вообще в ахуе сижу. Почему нельзя вчетвером легать, блять, катки, как в КС? Кто это придумал, я понять не могу. Почему? Из Лола фишку спиздили, блять. В Лоле тоже вчетвером нельзя регать. В Лоле, ну да, в Лоле тоже вчетвером нельзя. Ну бред какой-то же, правильно? Какого хуя? Почему в КС можно? Наверное, это из-за того, что... Кстати, типа, вот, типа, тема на имморталах, и если ты в пати, ты, типа, можешь против челов играть своих же. Не знаю. Мне кажется, вы не можете регнуть просто. Да не, не может быть такого, что вы, типа, не можете регнуть в пати. Я думаю, там пати, типа, не влияет.
теперь вы можете просто против друг друга на чили играть. Зачем только? Ну, с кайфом. Ну, а песок тогда? Ты же можешь просто типу переливать. Ну. В пати сидите, играете, один чел специально по миду ходит. Тогда пати залочено-то, если ты берешь ну, одного чела. Ну да, наверное так. Хлю-хлю украинец чел кидает, если что, ну, пати шейр. Никнейм у человека. Мой профиль BPM. А где BPM? Максим, бля? Макс Кофт? Понятно, киса. Ни Макс Чертов, ни Макс Кофт. Бля, как найти игрок? Баубан. Че? Илья Олегович, ты, блядь. Ёбаный. Я не хочу тебя обижать. Тинкер 4 у меня, да ёбаный в рот, куда ж мы попали? Чё мне взять? Виномансер, блядь. Пора выигрывать уже игру, правильно? Мартра. Ты шотнешься об этом. Кого, блядь? Ну, то самое. Илюх, пуч не в бане. Бля, Илюха, ты уверен, что тренд вот с этим количеством деревьев герой нормальный? На лайне. Я смотрел, вроде винрейт хороший. Сколько процентов? 40 есть? Не, больше, 56. Тренд протектор. 51, блядь, ты чё? Там за дайер или за рейдиант больше. Хочу на ДК, ебать, придумал, а? На ДК сейчас. Бля, у врагов такая параша, если мы эту игру въебем, я просто... Ну, подожди, знаю. А там Аегис Аврора не используется, да, билде? Нет, там посох. А Аегис Аврора разве не совсем имба шмотка? Почему ее не... Ну, не потому что под нее сетапить надо. Она не такая сильная. Она не очень сильная, она да. Не она защищает, очень дешевая. Она, во-первых, ну... Блок-бейс билды... Который использует Аегис. У них, если ты не заблочил, тебе плохо сразу. Короче, блин, под нее надо сетапиться, ее не просто взять. На щит слота много приколов есть. Так, вот этот Аманаму мне нахуй не нужен, как я понимаю. Forbidden Flame, Forbidden Flash тоже нахуй не нужны. Рики, опять Рики, что, блядь, Рики берут постоянно? Так у Рики винрейт как у ПЛ, если чё. Слушай, заебал этот Рики уже. Мне не нравится против него играть. Ну бань его, блядь. Я вот ПЛ баню. Даже игре банить можно. Я ПЛ баню, Рики вот ты бань. Ну сука, мы играли, я ещё никого не забанил, мне вообще пуху. Ну, блядь. Чё покупать? Я встаю в ОСП. Мне регретки нужны. Рапиру покупаю, Люх. Да метеор вали тоже, метеор на ДК. Изи катка. Только корону вначале мне ебашь. А, такая жёлтая. Метеор, блядь, я не знаю, метеор. Метеор это какая-то хуйня полная, мне кажется. Нет, на тройке. Это имба. Да, да, ёбнуться. Ну вот я собрал в прошлой игре метеор. А там, блядь. Там анлаки немножко произошло. Там на дистанции разве что только. Там дистанция, да. Ладно, давай. Ну ты уверен? А хотя... Да, ну, это не, ладно, нормально. Сюда просто можно ставить опс. Аманаму сколько стоит? 2.1, блядь. А тут куда ставить? Да, вот тот спел реально имба, который был у... У Трента раньше. Ну я так-то не презираю. У него шарт только спел. Мы обосрались жестко. Почему у меня 340 на спиде? Надо фаст метеор. Потому что ночью у всех плюс 15 на спиде. Нихуя себе. Плюс 15 на героев работает в 2 раза лучше, поэтому у героев плюс 30 на спиде ночью. Да, деревья, конечно, тут ёбнутое количество. Ну, блять. Да не, нормально на самом деле. Клайну очень близко деревья, тебе легко тычку давать. Это что за хуйня? А, он перехватил хуйню? Перехватит еще. Петрики ебаный. Все, что с вином просто ебаный. Атак!
Хочешь гильдию выиграть? Я этих двух хипов не добил, да? А! Удаляю игру. Это что? Ой, хорош. Типа на тинкера поднял. А чё это за урон только что был? Под худвинком. Мне один орех дал, у меня фул хп стало. Он тебя два раза прыгнул по теории. Так это в один спел, чё это за урон? КС лулище. Бачу решение, нахуй я убил. Чё ты батишь? Нахуй я убил, меня Алексей забайтил. Не, за регену. Не, я не супер. Алло? Ебать, Алёха, у тебя стрим завис просто. Вис? Завис, да. И всё? Ну, нет, всё. Окей. Пиздатый урон. И чё это за, блядь, дэмэдж? Ладно, я хотя бы фуллово приду. Без леса все равно впадло стоять. Помощь, помощь. Подойдешь? Подойдешь? Давай ему. Пока нихуя вообще не делаю. Если он подойдет, стан, давай просто, любому. Это не я, это лоза. Регены неси, блять, давай. Теперь лоза, Юрий. Да как я не добил этого крипа, вы что издеваетесь? Лол. Не могу помочь. Ну так даже лучше. Тут мешать мне надел. Надеюсь, он на вышку тэпался. Yes. Круто.
это они делают? Они идут за этим, за лотосом. Точно. Урон ёбнут. Как я этого крипа не добил, сука, объясните мне, блядь. Да ебать, твой брат. Да ты урон. Я ушел за руной. А. Арена, да? Что это, блядь, за дэмэдж? Я не понимаю нихуя. Ну, у меня рейндропы, у меня, блядь, 900 хп, блюр. Чё? Просто похуй или что? Я не пойму. Чё, просто, блядь, брейсер фейзы, блядь? Всё? Невозможно ничего сделать? Как я два раза не добиваю, блядь, баннермена, когда я нажимаю на него, блядь, тычку даггер? Кто его добивает, блядь, фантом? Ой, мидер. ТП мид есть? Стабильно, 0 фрагов. Тебе убегать надо? 0-2-4. Ты стоишь, на меня мидер налетел, это мид. Чё ты, блядь, фидишь? Чел, а чё ты не уторвался? Я умер. Да. Я не достаю, не могу просто дать тебе ничего. Отойди, отойди, могу. Отойди же, Илю. Могу. Что можешь? Я хилку дал. Я сдох. Это... Он вот сюда ее кидает, меня вот сюда связывает, да? Я Люх на то шел бы просто. Урона ебнуться. Еще шмотки сломаю нахуй. Просто приходит для баннермена. Как я на лайне двух баннерменов не иду, когда я им даю тычку портик, что их добивает? Я реально не пойму, это бред такой. Ну там ничего не может просто. Идиотизм какой-то. Я про эти лотосы забываю еще. Слово совсем. Есть такое. Я тоже. Ты можешь это убьешь, падает под хилкой? Да хуй я это убью. Идет земелья медовый сюда. Сейчас не земелья медовый умрет? Или на Рике, например? Уже на Марсе. Хоть кто-нибудь. Дивайн, да, вот так спелла должен просто заранее. Я начал просто туда-сюда бегать, подружка. Что, типа и Мартра через 35 ассистов или что, я не пойму.
Чё шарт? А, всё то же самое, да? В боте вышка открыта. Еще один ассист, заебись, спасибо, ребят. Ох, охуенно. 0-4-7, блядь. Пиздатые катки, бля, вообще просто бомба. Бля, ну ты ассистент ёбнутый. Да. Вот здесь только вижен лист. Хорош. Душа прожила, ребят. Ты чё? Суперкилл, да, видите? Ультракилл, да? Бля, чему ты тут тяжко. Минвиз сейчас возьмет на земле. Опять лысый в топ, все в топ опять идут. Стан, стан, стан. А, ой. Ой. Прикольно. Все в топе? 4-5 бегают. Вот хуя Войт тут. Нас просто тут выносит вместе с Рики. Ну, у нас 4 тинкера, потому что, во-первых. Да, тинкер нихуя не делает просто. Radiant structures are fortifying. Your top tower is under attack. It's working. Аж хуёвая сейчас ситуация. Your middle tower is under attack. Тут Марс. Марс в боте, стянулись герои у них. Земля тоже тут. Мы каким-то образом Рики ёбнули. Диффуз на Рики, да? Я тавер. Тавер в топе открываю, короче. Хорошо. Земель, Марс в боте. Бабл мид было сейчас. Там ничего не сделать на этом урике, это просто пиздец. Может в боте Марса убьем просто? У меня ТП нет, я не могу. У меня есть, не знаю. Ну бля, ну мне это закачать, ну блядь, как-нибудь. Во миди тавара чоем. Далеко
пушки, это заебись. А он сейчас что, от шей будет на тинкере кричать, да? Жестко. Прилетел. Может, спать соберемся? My valor shall be proven this day. Жетон кого-то первого. И взят. Вот, блять, почему они играют в 4-5 человек, а мы каждый с разными флагами. В чем проблема? Мид по дефать стакнулся. Я бегу под мид. Ну так себе. Был бы я в драке хотя бы. Я иду топ от пуша. Веник это там просто твой, это, блять. Я в топ иду, гэс. Веника я заметил, да. Мне надо блинк добить. Я что думаю, что без блинка мы что-то можем. Опа. Подвинк, ну-ка. Далеко, далеко я. Неплохо. Откармливают, откармливают. Спасибо им за щедрость такую. Че, гоя большой завардим, раз такая возможность выпала? Гоу, я тут. Это сам я сюда ставлю. Тут Рики, меня видно. Или этот, или от этот вард считается на блюр, я не знаю. Да. А веб рейдж это не, я боюсь, я не знаю. Я не знаю, нихуя не вижу. Мы вообще скайпом тут стоим. Рики в топе, Рики в топе. Ну все, отлично. Я лечу в мид. Я пешком иду в мид. Ладно, ты вроде с кайфом сидишь, печалька в башку. Правильно? Да, но Мартрава там патчи хуйня, она тут от всех высших, блядь, просто от всех объективов просто палит на нее, блюд. Понятно, что у нее винрейт хуёвый, и чисто из-за этого. Если бы этого не было, норм винрейт был бы, там этот кубик Рубик появился. Кубик Рубика бы нам бы забрать бы, охуенно было бы. Да, нам бы его очень важно. Я стягиваюсь сюда. Я иду потихой. Ну я в соло ебал его бить, опять же. Да, конечно, конечно. Идем, идем, идем под кубик Рубика. Давайте. Йо. Серьезно? Тинкер. Тинкер? Спасибо, блядь. Я думал, хоть я. Блядь, вард. Пиздец. Я топот пушу. То есть рядом не надо быть все-таки, да? Не-не, хоть кому. Как мне тогда выпало вообще в прошлой игре на Медузе? У меня появился дагер. У меня БКБ, ребят, мы можем подраться. Ча, топот пушу. В боте Марс, например. Или вон Рики. Веб не продается. Нет на трейде такого.
can't escape the dragon. Что yes. делать? Не собирать билд? Давайте вы большой, ребят. Ребят, у нас сражен большой. Блин, у нас вижен в их большом, давайте тут играть. Там, блядь, просто... Я вижу, что трики и... Тэпаюсь. Ну... Они прям под распад. Ну, если ты... Хорош. Есть, да? Дальше? Они без Марса. Так, лысого хуй. Да не блочь меня на спирите, долбоёб. Прикофнешь там этот лысый? Ну, если я его вижу только. Тут Марс еще. Он на тебя не... Я эту... Я не успею, наверное. Но я еще тут. Я бегу. А чё ты с даггера же мог прыгнуть, не? Окей, можешь. Ну, он уйдет на спирите. У него, походу, камни кончились, но... Да, у него... Нет. Три. У меня три секунды даггер. Но он уже тэпает, а не вон он. Вон он. Бля, почему он не может юл нажать него? Да. Можно? Да. Бля, такой руин, блядь, без шарда играть в нее. Yes. Да, анлак прокнул, блядь, шард тинкеру. Самому важному нахуй нашему герою вообще. Если мартретки сделают, что у нее блюр не будет спать от хуйни всякой, то нормальный чар на самом деле будет. Там от глаза вот этого, если блюр не будет спадать от всякой хуйни. А там от постов там, блять. Понял. Зато с шардом. Человечку похуй вообще. Так себе убийца из него. Не встал я перед ним никак. Получилось у меня. Ну, ты один нашел ДФМ. Сколько можем? Что покупать? В кора, мне кажется, надо идти. Я собираю нормальные шмотки, там БКБ, аганимы всякие. А тут Рики подо мной. Я иду в топ. Он вообще промахиваться будет? Я иду в топ. Бля, у меня маны вообще на не хватило одной маны на второй спелл. Блять. Блять, у чела даже МКБ нет, у него джавелин, там 30%, почему он каждым ударом по мне попадает, это шутка? Блять, как это работает вообще, блять? 50%, блять. Бля, я не попал, да?
Потери фаербол там или что? Первый сдал там даже. Чем вообще факт, когда я мертвый, я не понимаю. Нихуя вообще фатится, когда я мертвый, блять, я не понимаю. Почему, блядь, ебаный шар долбоебу на тинкере падает? Охуеть. Худший из пяти героев, кому мог достаться этот, блядь, шмот. И почему, блядь, по мне попадает просто каждый тычка чел без МКБ с одним джевелином, ебать. Можно я тоже джевелин куплю и буду марту просто хуярить, блядь, без МКБ с одним джевелином. Они тут, в нашей тройке. Будем что-то делать. Я сейчас встану. Надо что-то попробовать. Я не могу туда зайти, просто встану на ноге. Я еще туда не отдам. Я лечу. Охуенный урон. У меня форма 10. Уже нет. Удрик в топе. Угу. Экспу забрал, да, на Т-часы. Арт может быть. Я форму не понял. Можешь ему стан дать? Я уже нажимал. Понял. Хорош. Define shell. О. Это у меня появился шарт, я могу теперь скаутить их лес. Сейчас, что, день настанет, правильно? Значит, Рошан сейчас тут будет снизу. Значит, пошли его убьем. Завардить надо портальчик. Хотя можно не встать. Я встану просто в него. У меня маны не очень много еще, ребят. Что мы сделаем? Not yet. Или Гримс фитил? Yes. Unlucky. Гоэнд попробуем. Рики где-то был. Я and поставлю сантриар под ноги нам просто. У меня гонит. Получится занять.
Сзади Марс соло. Надо... У меня мана кончилась. У меня Егис только. Ванпост у вас постанет, я не могу прилететь. Что ж ты, блять, коса поставил? Байбэк. Байбэк. Нам уже тут. Понятно. Байбэк. Я пока без тура. Мне оно очень нужно. Не слишком. Ну чё, Рики без бая, они ничего не сделают. Ну типа один раз его убить и все. Красный раз под вите боссов кубик есть. Есть, у меня так. Илюф. Блядь, я не хочу. Убейте этого земелю, ладно, не убейте, вы его ничем. Ну, срона нету на войте перейти. Да, да, на спите нет урона, прям. Блин, на дизолятор даже не максимальный лол. Что, худвинка лайф. Как будто бабок на карте стало. Так быстро качаешься. Да, бабок. Бабок вообще дохуя стало на карте. Ну да, фрагов ж дохуя теперь поёбнусь. Фрагов и кемпов ёбнешься, надо этот... контролить... нашего... Нам нужно просто убить Рики один раз, и чё? Типа, ну, у Рики все шмотки на дэмэдж, но он нихуя не сделает, блин. Они тут? Ребят, ебашки в чём-то. Мид, мид. Ну конечно, мид. Ого. Да, давай кубик Рубик, ёбнем. Не, его не тамажат, ребят. Да понятное дело. Спирит. Охуенно. А можно мне шарп, блять, отдать? Сука, что за свои деньги реально его покупать должен буду? Я уже купил за свои. То есть единственный, у кого нет шарда, это я. У них кубик, кстати, стоит. Говы кубик смог. Там в топе герои, смотри, тинкер. У меня просто вижу. Форма еще где-то пойдет. Не вышло, хотел кечнуть. На их кубик пиздец рискованно идти. Через стройку. Там станет уже герой. Аккуратно, мы сзади тебя. ДД чекнем, может ДД выпало? Да на 35-й руны не падают. Не, надо, ну 34-й, может, в боте них тоже, они же не были в боте, может быть. Я пойду иди. Да. Кинул The Lords, мне нужно купить с теми сокетами, которые мне нужны сразу, да? Да, и посмотреть yes. Пассивку снизу, говно ли. Ты охуешь от цены, что скинул The Lords? Ты его купишь? Я не буду это собирать. Ну, у меня не хватает денег. Маша, ванпостик, мы тяпнем? Yes. О, у меня есть БКП. О, тяпнем. Давай. Чутяк, ты не отсюда. Ну мы прям по вижену уверен ходим. Без смока, без нихуя. Уходим мы отчаянно, это правда. My armor.
Марсова БКБ. Марса нет БКБ, Марса Тизоль, Кираса. А я могу в Марса прыгнуть, парни. Там... А какую мне тут? Какую брать? Так, а дальше чё? Что дальше, просто пиарим туда. На Рике может убить. Может. Вот Рики. О! Помогите. Пытаемся. Я подчищал вообще, блядь. Надо помню. Уходить, по-моему. Пэ. Билд. Не, глаза, кстати, не снимают, если они только не вражеские. Ну, вообще, конечно, Тинкер 4. Да я же тон спис. Пиздец. Выбить еще один жетон четвертого. Рики в боте, но у меня на него вижена нет. Ребят, я не могу дасты носить, я уже скоро запакую. Нахуй я мед, ёбаный в рот, я без крик. Мне страшно. Они у нас играют. Тройку упадет. Худвинг вообще в топе. Я сейчас покажу чара. Андрей. Ну веник. Не, ну веник. Какой веник, веник, какая разница. Сагани ему. Надо что-то на урон купить. Сатане, конечно, круто, но мне кажется, мне надо просто героев шотать. Пытаться. Может рапиру хуйнуть просто, я даже не знаю. Знаешь, я в крипа нажму в любого стенку. Спасибо. Так, Рошан как будто. А, ну извини. Я просто о другом думаю. Я думаю, что тут Рошан сейчас. Может быть. У меня есть вижен, я поставлю. Можем Марс. Просто заколупать Рошан. Марс. Ох, они бьют что ли? Я иду. Марс улетел. Может Вортекс? Вортекс норм? Сколько у тебя дебанч нормально? Я сейчас рапиру, ребят, куплю, короче, просто. Дебайна в кармане у меня сейчас 4. Ты что соберешь на 4? Хотя бы 15. Сент 3 есть. Ну вот своё. Блядь, знаете что? Я гем купил, парень. На Эрафе получается дальше. Слава, ты уже сильно по ресурсам пропал. У тебя нихуя больше не скуров, ничего. Тебе надо нафармить. Дальше на Эрафе буду бегать, значит. Не в топе все. Я с гемом. Сейчас потэпаются в бот. Хотя Марс не летит. Может быть этот за Рики попробовать? Он тут. Your top tower is under attack. Есть. Белка. Марс. Земля. Лысый, лысый. Я все нажал, что мог. Гем валяется там. Я не могу попасть вообще ударом.
Даус. Гем валяется, вот он, если что. А к курьерам, блядь, успею. Может, они вообще слепые, нахуй? Я не знаю, может, не рапиру купить. Ты рита МКБ купить? МКБ купить? У меня сакрат уже просто. Ну, рефайр возьму, чё. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Гоним скоро будет. Я не дамажу вообще, не знаю, как надо когда дамажить. Ну, Кираса доедал, слушай. Рики надо убить, попробовать, ребят. Вон он, смотрите, что делает. У меня нет, у вас контроля нет, не знаю. Да я бы... Контроля нет уже. Есть. Повезло с башкой. Твой баш, на лесу. А, ну, с этим башом. Дабл крит там. Нет, криты, ну, криты нормально, 22% есть. Как бы, так что... Блядь, не умри на тинкере, ничего, мальчик. Что, без Рики? Рики без бая. Мы можем... Кайфом. Можем. Путлин поти. Опа, на. Ебать, его легко было вывести. Всем спокойной ночи. Давай, чуваки. Давайте попробуем его хэшнуть на Рике. Сентрик нужен. Сентри не нужен. У меня все сентри... У меня курьер мертвый, не могу принести. Лысый? Помогите. Рики, 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 тут стоит, тут стоит. Че, я реально вижу на него? Гуру. Бам! Им похуй, да? Что там гем валялся где-то? А, нет. Да. Нет. Трон надо идти. Да, да, да. Надо отхилиться от чего-то, блять. Я его форма есть. Я Black Hawk. Big BBC. Это... Рики минуту еще. Походу мы не сломаем. Сука. Рики встает, гайс. Рики встает. Не знам. Байбек 1600. Ушел? Все. Не, в песу не было. Окей, это охуенно. Все это охуенно. Надо рожь сейчас пойти забрать топ. Угу. Да. Что правда, то правда. Рожь и правда надо забрать. И там можно закончить. Кубик Рубика еще есть. Кубик Рубика так, покажу.
чисто мне на шарт халявный, чтобы бабки не тратить. Тинкер после бая. Чего, топ? Рубик? Кубик Рубика убил. Ага, ну. Ты не убьешь соло его. Да не, он должен. Три чара надо, три чара надо. Там у него, он возвращает сейчас 130% урона. А, да? Вот это не надо. Окей, я понял. Пару ударов сделал, все понятно. Да. Это что-то вместо ПТ купить, что? Сатаник просто реально взять. Надо еще одного чара сюда. Ну, под... ну, блядь, на воде не подойдет. Давай вдвоем попробуем. Да я сейчас прилечу, начинайте, ну, начинайте. А, ладно, вдвоем. Нормально. Who calls to Dragon Knight? Надо в топ, на сейчас в ТП, го, ребят. Да-да-да, го в ТП. Там как раз Рики еще в топе. Есть гем? У меня есть даст. У меня же гем, у меня же гем. У него мат, ага, ну все, погнали. У него нет мат, даже, ему вообще пух. Все. Люх, чё ты, блядь, не через степ? Вот так, фишечно. Ну я так, фишечно. У меня своя игра. Ага. I need no steed. Swiftly. Что, Рошана нету, да? Да, они убили. Там их пять. У меня риф фреш. Enjoy your last moments. Надо Рошана смотреть нам. Я чекну. Но он рассвет скоро будет. Нам нет смысла тут смотреть его. Он встал. У нас 30 секунд есть, мне... Да убьем, убьем. Успеем? Мне кажется, не успеваем. Но мы можем тэпнуть. Они же сейчас в топе были все. Они хуй успеют. Я стою здесь на резюме. Не-не-не, рефрешер. Че, Люха возьмет или я? У меня есть рефреш бой. Я возьму тогда. Вот у съебаны, куда его? Жопу себе ехать, короче. Веник тут. Если Макс. Я худенький, муж. Рики, 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 тут Рики. Где Рики? Он уже все. Слил. Все. Погнали трон туда ломать. У меня рефрешер есть. Выиграли наконец-то игру. Найс, хорошо сыграл. По чем уровню наношу? Так, а сейчас сколько ММР дали? Наверное, 20, мне кажется. Тут такая потная была. Равная пора. Сколько мне интересно, когда у меня, блядь, уверенность? Да, 40 дали. 40, мне 40 дали. Ну, если тебе дали 40, то всем дали 40. Мне 2%. Каких чел на Рике 30 фрагов, прикиньте. Ну вот ты кашечки. Басуху навалил я. Так. Типа от меня урона больше, чем у Void Spirit. Да там на войде же вообще вот. Блять. Бля, если бы на самом деле, если бы шарт вот этот не прокнул Тинкеру в начале игры, возможно, получше бы игра пошла реально. Ну, мне бы прокнул, я бы сразу по лесу мог ходить скаутить и скачать фраги. У тебя тоже, конечно, денег ёбнешься просто, у тебя, блядь, фрешер. Почему опять... иконки лотуса раз? Мы опять час играем, это пиздец. Да, можно игры пиздец. Играть... Можно играть меньше часа, катку. У меня, если что, еще 3000 в расходнике на Творс Вафло. Мне кажется, с такой гигантской карты, но только если вот в нулинах. Да, кстати, с такой гигантской очень медленно теперь игра будет.
Ну вот кроме вот таких хаток, где там мы, я на Рике 16-1, или ну, где там. Вот сейчас я на Урсе, там... Тут разница в драфтах слишком колоссальная. Чё, ещё идём? Не, я иду мыться и спать. И завтра... Давай. Давай. Играть всё. Вот, останавливаю. Будет на Ютубе.